Наступил день 1 мая. В 6 часов Лена за пивом, конечно, не пошла. Под утро ей спалось сегодня особенно крепко. Но попозднее она все же встала, решила, что не стоит пропускать пиво. Лена вышла на улицу, стояла безоблачная, солнечная погода. Улица казалась такой нарядной из-за ярких флагов. Казалось, что вот сейчас загремит оркестр и появится колонна демонстрантов. Но нет, сегодня обыкновенный рабочий день. Нет, как раз необыкновенный рабочий день. В этом году трудящиеся по своей собственной инициативе отказались от праздничного отдыха и превратили день 1 мая в день труда и борьбы. По радио передавали одну за другой боевые песни, марши, новые лозунги, стихи. Лена вспомнила 1 мая прошлого года. Со школы они дошли до Бородинска и тут застряли. Потом пошел снег, и такой густой, что моментально на улице стало ужасно мокро, грязь, слякоть. Понемногу улица опустела. Многие тогда удрали домой. Еще бы, люди оделись по-весеннему, женщины и девушки в легких пальто, мужчины и парни в пиджаках. Лена тоже была в осеннем пальто, без галош, но она сбегала домой и одела шубу и галоши. Лена вспомнила, что когда она пришла домой, мама сидела, что-то шила, а Ака пекла в кухне пышки с изюмом. Лена очень торопилась, но мама все же уговорила ее подождать немного, и Лена поела первые горячие пышки. А на дорогу Ака дала ей немного изюма. Да какое это было хорошее время. И тогда Лена не ценила его. Ей казалось, что такая жизнь – обыкновенное дело и ничего иначе быть не может. Ей казалось, что ничего особенного нет в том, что она имеет Аку и маму, что они в ней обе души не чают. Все для Аленушки, так называли они Лену. Кому лучший кусок, в чью тарелку наливали первой? Аленушке. А Аленушка это не чувствовала. И вот только теперь, когда она потеряла и Аку, и маму, она действительно оценила всю свою прошлую жизнь. Чтобы она не отдала теперь, чтобы вернуть то время. Но его не вернуть, Аку и маму она никогда больше не увидит. Разве только во сне. Да, судьба по заслугам проучила ее, хотя уж очень сурово. И теперь, размышляя обо всем этом, Лена говорила себе, вперед тебе наука, будешь ценить каждую крошку. Всему будешь знать цену, и легче будет тебе жить на свете. Поев немного хлеба и булки, Лена решила навестить эвакопункт. Там было по-прежнему пусто. От сидевших там каких-то третьих гражданок она узнала, что говорят насчет эвакуации будет известно денька через 4-5. «Значит, буду пока учиться», — подумала Лена и пошла в чайную. Правда, она не надеялась застать чайную открытой, так просто решила пройтись. Но чайная была открыта, и прождав сравнительно недолго, Лена выпила 2 стакана очень горячего чая, с хлебом первый стакан и с булкой другой. Пришла домой, оставила булку и решила пойти поискать хорошего хлеба. Обошла все знакомые булочные, но везде, как назло, очень хорошая булка и очень скверный хлеб. Но Лену это мало огорчало. Она с удовольствием медленно шла по солнечной стороне улицы и, жмурясь на солнце, наслаждалась теплом, светом и радостным чириканьем воробьев. Вчерашний день обошелся без тревог. В этом, конечно, заслуга наших сталинских соколов. Сегодня Лена встала после 11. Не успела она одеться, как к ней из Жакта пришли 2 девушки. Они оглядели комнату и устыдили ее за такой беспорядок. «Может прийти санкомиссия, и тебя оштрафуют». Лена очень смутилась, сказала, что пусть штрафуют, у ней все равно нет денег. Молодая девушка пожала плечами и спросила Лену, а как у ней с квартирой? Узнав, что у ней за апрель не заплачено, она сказала, что надо сегодня же заплатить. Лена обещала. Лена села на скамеечку, попробовала читать, но что-то не читалось. Тогда она стала наблюдать за ребятами, за их веселой беготней. Лена подумала, что вот эти, которые сейчас малыши, когда станут такими, как она, будут счастливее ее и вообще их молодость будет светла и счастлива. Им не придется переживать все то, что пришлось пережить ей. У них не будут умирать родители, да, они будут счастливей. Сегодняшний день прошел спокойно, ни тревог, ни обстрелов. Сегодня с утра небо затянулось облаками, и враги не преминули воспользоваться этим. Еще до 9 часов дважды было объявлено,
Т, но они обе были непродолжительны и не страшны. Сразу же после сирены начали отчаянно бить зенитки, постепенно они утихли, и в небе послышался мощный гул наших соколов. Не было ни одного сотрясения, значит, не было вообще сброшено бомб. Может быть, вообще врага не допустили до города. Лена встала после второго отбоя. Сегодняшнюю ночь она спала прекрасно, и сны ей снились все какие-то хорошие. Она сбегала за хлебом и выпила чашку холодного чаю и стала ждать тетю Сашу, чтобы попросить у ней таз и ведро. Уже было 11:30, а тетя Саша все не приходила, и Лена пошла в столовую. В столовой было много народу, а главное, обеды отпускали только по новым пропускам. Но Лена увидела в очереди свою подругу, с которой училась последнее время. Она взяла ей на свой пропуск одну соевую кашу и два мясных биточка. В столовой отпускали хлеб на 5 мая, и Лена взяла, не удержавшись, еще 300 граммов хлеба. Придя домой, Лена поела, нагрела воду, вымылась, оделась в чистое и пошла в школу на медосмотр. На улице было прохладно, шел мелкий дождик, небо сплошь затянулось облаками. В ожидании медосмотра пришлось простоять в очереди с час. Наконец, с талончиком в руках с надписью «Здорово» Лена вернулась домой, вскипятила два чашки чаю, оставшийся хлеб нарезала ломтиками и намазала оставшимся кусочком биточка. Получилось очень вкусно. Завтра начинают работать школы. Но Ленина школа начнет работать с 5-го. А завтра в 4 часа состоится собрание всех учащихся. По радио Лена прослушала передачу для школьников, из которой многое узнала. Она узнала, что теперь работа школ целиком перестроена. Школьники будут проводить в школе большую часть дня, но учиться будут меньше, чем раньше. В старших классах школьный день будет кончаться в 5:30, а уроков будет не больше 5. 8:30 начнутся уроки, в 12:00 будет завтрак. Школьники получат горячий сладкий чай и кашу, потом опять уроки, потом перерыв на час. Обедать старшие школьники будут в 4:00. После обеда занятия в различных кружках. 17:30 домой, причем на дом дадут 100 граммов хлеба, немного масла и сахара. Программа рассчитана целиком на повторение пройденного курса. Занятия продолжатся до 1 июля. На лето все школьники поедут в специально устроенные пионерлагеря, где они будут отдыхать, развлекаться и работать в различных совхозах по выращиванию овощей. Сегодня какой-то тоскливый мокрый день, но у Лены на душе как-то радостно. А 1 мая был такой замечательный день, а у Лены, наоборот, на душе кошки скребли. Сегодня необыкновенно холодный, пасмурный день. Дует леденящий, сильный, порывистый ветер. Он пронизывает насквозь, и его порывы настолько сильны, что трудно двигаться против ветра. В такую погоду стараешься сидеть дома и лишний раз не ходить на улицу. Также Лена пробежала только в столовую. Поела щи и пшенную кашу, хлеба купить не удалось, так как на 6-е не отпускали, и из столовой пробежала в школу. Там уже началось собрание. Лена узнала печальные вещи: во-первых, учиться они начнут только с 15 мая, а питаться – с 8-го. Во-вторых, хлеба старшие школьники получат только 400 граммов, а масло только 30 граммов. В день Лена встретила Мишу Ильяшева. Он стал совершенно неузнаваем, прямо страшно на него смотреть. Больше с 9 класса никого, кроме Тони, не было. Они с Тони сговорились, что если до 15 мая начнется эвакуация, они уедут в первые же дни. Лена пришла домой, сварила немного супа из оставшейся каши и уселась чинить черные шелковые чулки. Ей надо торопиться, ведь каждый день можно ожидать открытия эвакуации, а у ней еще много всяких дел. Надо зашить, заштопать, выстирать все то, что она возьмет с собой. За эту зиму они с мамой очень опустились, запустили себя. Но то была зима, мороз, а сейчас весна. Стыдно ходить грязной, оборванной, иметь грязные руки. А главное, Лена, молодая девушка. Главное богатство девушки – это ее чистота душевная и телесная. Так говорила Лене вчера Розалия Павловна, когда они вечером беседовали, сидя вдвоем в комнате. Лена целиком соглашалась со словами Розалии Павловны.
Твоя тетя Женя совсем по-другому к тебе отнесется, если ты приедешь к ней пусть с немногими старенькими вещами, но чистыми, заплатанными, заштопанными, если на одежде будут пришиты все пуговицы и вообще вид твой будет опрятный. Она только с уважением посмотрит на тебя и подумает про себя. Эта девушка столько перенесла и все-таки сохранила человеческий вид, так говорила Розалия Павловна. Сегодня Лена весь день, кроме хлеба, ничего не ела, но голод она чувствовала не так уж мучительно, потому что весь день просидела дома у себя на кровати и штопала чулки. Еще утром она сбегала за хлебом и в час его съела, потом принялась разбирать чулки, отобрала наиболее целые, те, что возьмет с собой, и принялась их штопать. Наштопала много. Погода сегодня с утра была солнечная, но холодная. Вообще-то тепло, но этот ледяной ветер пронизывает насквозь. К вечеру небо стало совсем чистое. Днем к Лене пришли из школы с извещением, что завтра в 12 часов собрание школьников старших классов. Лена расписалась, просмотрела список. Тамара не оказалась, зато Вовка был. Лена в душе как-то обрадовалась, завтра она снова увидит его. Лена очень досадовала на радио. Оно почти с 12 часов начало прерываться. Потом был объявлен обстрел района, после объявления о прекращении обстрела начался концерт. Но вдруг он оборвался, и радио замолкло. Интересно то, что Лена в продолжение обстрела не слышала ни одного залпа, ни одного выстрела. Правда, немного постреляли зенитки, но какой же это обстрел? Прямо странно. Завтра Лена решила после школы пойти с Тоней в эвакопункт. Может, удастся что-нибудь узнать, потом купить хлеб и засесть снова на весь день за шитье, штопанье и тому подобное, надо торопиться. Неизвестно, когда начнется эвакуация, надо поскорее все привести в порядок, уложить все вещи, чтобы быть уже совершенно готовой к отъезду. Чтобы сразу же с открытием эвакуации, не теряя ни дня лишнего, записаться и уехать. Ведь ее единственная цель – как можно скорее попасть к жене в Горький. Занятия начнутся только с 15 мая. Вероятнее всего, что Лена уедет раньше. Питание, говорили, начнется с 8-го. Это ее очень огорчало. Еще два дня она должна прожить на одном хлебе. А 300 граммов. Хлеба – это недостаточно, конечно, для того, чтобы не быть даже полуголодной. Но иначе нельзя. Лена строго рассчитала талончики и убедилась, что если она еще что-нибудь возьмет за эти два дня в столовой, то у ней будет перерасход крупы и она рискует остаться без обеда в школе. Их об этом специально предупредили на собрании. Чтобы завтра открылась бы эвакуация. Тогда бы Лена 7-го уже уехала бы и на один день сократила свое голодание. Но нет, это только мечты. Надо стараться не думать о еде, говорила себе Лена, чувствуя, как тошнота подкатывается к горлу и ощущается эта отвратительная пустота в желудке. Но не думать о еде, когда у соседей за стенкой шумит примус, гремит крышка кастрюльки. Лена слышит звон ложек и ножей и даже различает хруст отрезаемого хлеба. Мучительно чувствовать голод и глотать тягучую слюну. За ночь выпал снег, но сразу же растаял. Погода была пасмурная, тот же холодный ветер, но немного теплее. Утром Лена съела свой хлеб, почитала книжку. Напрасно Оля говорила, что книга неинтересная. Лене она очень понравилась. Как раз она больше всего любит такие книги, как эта «В горах Сихоте Алине». В 12 Лена пошла в школу. В кабинете директора состоялось собрание учащихся старших классов. 8, 9 и 10. Пришло всего 15 человек. Из тех, которых Лена знала, были Нина, Лена ошибочно назвала ее Тоней, Кузнецова Галя и Миша Ильяшев. Вовы не было. Собрание проводил сам директор. Он объявил, что вот с 15-го начнутся занятия и на плечи старших школьников кладется вся работа по защите школы от налетов врага. Одним словом, они единственные защитники школы. Тут же он разместил всех присутствующих на звенья. Лена с Ниной попали в звено связи. Далее директор объявил, что уже с 8 мая все они будут проведены в приказе как бойцы группы самозащиты. А с 10-го, с началом питания, они приступят к дежурству. Из школы Лена сразу же пошла в столовую. Сегодня идти было особенно трудно. Лена шаталась как пьяная и часто спотыкалась и со стороны.
вероятно, производила не особенно хорошее впечатление. Лена заняла очередь на выдачу. Нина взяла ей две лапши. Перед самым отпуском Лене удалось поменять одну лапшу на гороховую кашу. Нина взяла себе две лапши. Из столовой они побежали в эвакопункт, так как они пока стояли в очереди, узнали от соседей, что эвакуация начнется с 10-го, а быть может, и с 7-го, а что записывать на выезд начали уже будто бы с 5-го. После обеда на Лену напала какая-то сонливость, апатия. Не хотелось двигаться, думать что-либо делать. Даже трудно было пошевельнуть пальцем. Но Лена прекрасно понимала, что подходят горячие денечки. Если уж заговорили об эвакуации, значит, дело будет. Надо торопиться со сборкой. Сегодня вечером Лена пойдет к нему, заберет свою времянку и все узнает. Яков Григорьевич просил, чтобы Лена отложила все то, что возьмет с собой, остальные тряпки сложила бы частью в сундук, частью в узел. И вот Лена, пересилив свою апатию, заставила себя двигаться, хотя это было очень трудно. Потом Лена почувствовала страшную жажду. Суп был довольно соленый, и она нашла в себе силы спуститься за водой. Лена вскипятила чайник и в награду за свои труды напилась горячего крепкого чая. Впереди у Лены много дел. Ей надо устроить основательную стирку, ибо большая часть белья, которую она берет с собой, грязная. Потом надо что потешить. Лена встала около 10 часов. Сперва она пошла в свой магазин и получила 90 граммов подсолнечного масла. Оттуда она прошла в эвакопункт. Там ей сказали прийти 10-го. Лена зашла в булочную, купила 300 граммов хлеба и вернулась домой. Только она приготовилась позавтракать, стук в дверь, и ржак-то прислали повестку. Лену вызывал военный комиссариат явиться к 11 часам на комиссию. Наскоро поев, так что крошки хлеба летели во все стороны, а масло попадало то на пол, то на пальто, Лена отправилась с этой повесткой в военкомат. Напрасно она ломала голову, стараясь догадаться, зачем ее вызывают и что это за комиссия. В военкомате Лене объявили, что она мобилизуется в группу МПВО и предложили пройти в соседнюю комнату на санкомиссию. Лена так разволновалась, что, когда спросили ее имя и отчество, не смогла ответить ни слова и как ни старалась сдержаться, в конце концов разревелась. Доктор стал ее успокаивать, что не стоит плакать раньше времени, что, быть может, ее уже из-за зрения забракуют. Лена ей ответила, что она не из-за этого, а потому что никак не может сдержаться. Вскоре пришел глазной врач, и Лена первая была им принята. Ее забраковали и сказали, что она свободна. Лена пришла домой, доела хлеб с маслом, разогрела суп и с удовольствием съела полторы тарелки супа, жирного, вкусного, а главное, горячего. Лена встала, как всегда, к 10 часам. Пошла в магазин и получила 50 граммов шоколада и 100 граммов конфет, потом купила хлеб, пришла домой и устроила пиршество. Скипятила чай и выпила две чашки чаю с поджаренным на постном масле хлебом, с шоколадом и конфетами. Потом пошла в столовую в надежде увидеть там Нину Каташову, но ее не было. У Лены пропуска не было, а без пропусков не давали, но Лене дали, даже не спросив пропуска. Лена взяла пшенную кашу, немного поела там, остальное принесла домой и сразу же залила водой, чтобы сделать суп, а не съесть так. Потом пошла в школу и попросила выключить ее. Придя домой, Лена сварила суп и поела. За вчерашний вечер у Лены произошло много интересного. Она ждала, ждала Веру Милютину, та обещала прийти к 5 часам, но все не приходило. Лена уже стала терять надежду, что ее увидит, как вдруг Вера приходит. И не одна, а с одной гражданкой, которую она отрекомендовала Лене как свою приятельницу. Они пришли около 7 часов вечера. Лену очень тронуло то, что Вера принесла ей в баночке немного супа и крошечный кусочек хлебца, а также письма и 30 рублей денег от Кисы, 10 рублей от дяди Сережи и 10 рублей от себя. Лена за все горячо ее поблагодарила. Вера сообщила, что в лице своей приятельницы Лена имеет покупательницу, которая хочет приобрести у ней что-нибудь и заплатить ей хлебом.
Ее приятельница, женщина очень приятная, среднего роста, сразу видно, человек интеллигентный, начала с того, что спросила про сундук, может ли Лена его продать, она даст ей сегодня же 300 граммов хлеба. Лена подумала и решила, что она вольна в своих действиях и что Яков Григорьевич не может предъявить ей никакой претензии насчет продажи вещей, если ей выгоднее сделать так или иначе. Одним словом, она решила не считаться с ним в данном случае, поэтому она выразила согласие и стала вынимать из сундука обратно в угол все тряпье, которое она сложила туда прошлый вечер, потратив так много сил на эту работу. Приятно сознавать полную свободу. Целыми днями делай, что хочешь, и жди день отъезда. А ждать-то осталось совсем недолго. Во всяком случае, не позднее 20-го. А вернее всего числа 15-16-го. А в эти последние дни она не одинока, у нее есть друзья, Вера, Киса, там среди них она своя. Надо не унывать, смотреть бодро вперед, и все будет прекрасно. Вчера ровно в 7 часов вечера Лена оделась, села на трамвай и поехала к Вере. Она быстро нашла их жилище. У Веры ее приняли очень хорошо, усадили у чугунки. Лене у Веры очень понравилось. Вера со стареньким дядей Сережей и Киса живут сейчас в двухэтажном деревянном домике в первом этаже и занимают две угловые комнаты. Одна в одно окно, другая в два окна. Перед окнами растут деревья и кустарники. Домик, где живет Вера, и еще несколько таких же домов образуют небольшой двор, посредине которого тянется тротуар, а по бокам газоны с кустарником и деревьями. Здесь очень хорошо, и как-то не вяжется все это с развалинами соседних каменных домов. Дело в том, что Вера живет очень близко к финляндскому вокзалу. Сразу же за домом, что стоит напротив их дома, начинаются железнодорожные пути. Поэтому это место очень сильно пострадало от бомб, которые сбрасывались в вокзал, а попадали вокруг да около. И с виду такое тихое, привлекательное, это место является поистине страшным. От соседних каменных зданий по обе стороны садика остались одни груды развалин. Вот в одном-то из этих домов, что находился направо от их теперешнего жилья, и жили Вера с дядей Сережей. Лене было так хорошо у них, что не хотелось уезжать, и она решила у них переночевать. Сели пить чай. Вера дала ей маленький кусик, как она выразилась, хлебца и ложечку сахарного песку, кроме того, у них была лимонная кислота. Потом они устроили Ленке постель на высоченном сундуке. Она очень напоминала вагон дальнего следования и очень Лене понравилась. Она с удовольствием разделась, закуталась в ватное одеяло, и засыпая ей показалось, что она в вагоне. И она чувствовала даже, что она вместе с постелью куда-то движется и ее приятно покачивает. Это происходило от того, что у Лены вообще в тот день кружилась немного голова. Мысли были заняты предстоящей поездкой, поблизости находилась железная дорога, слышались гудки паровозов. Все это вместе создавало иллюзию, что она куда-то едет. Лена проснулась около 12 часов дня, а вышла из дома в начале. Сперва она решила сходить на эвакопункт. Мысль, что там уже началась, может, запись, ее очень волновала. Была теплая погода, светило солнце, но на эвакопункте было по-прежнему пусто. Лена спросила дежурную у входа, что слышно насчет эвакуации, но ей ответили, что не раньше 15-го. Лена сразу упала духом, и сразу и солнце. И голубое небо, и тепло перестали ее радовать. Наступила прекрасная погода, солнышко, тепло в тени 16 градусов тепла. Зеленеет травка, набухли почки. Весна в разгаре, но немец не дремлет. Каждый день артиллерийские обстрелы, воздушные налеты по несколько раз в день. Вот и сейчас страшный артиллерийский обстрел. Лена шла по Невскому. Она хотела променять на крупу, купленные ею за 90 рублей 200 граммов хлеба. Как только начался обстрел, Лена перешла дорогу и укрылась в щели траншеи в Екатерининском сквере. Над ее головой беспрерывно, один за другим проносились с певучим свистом снаряды. Беспрерывно грохотали разрывы. Было даже немного страшно, даже щебетавшие все время птички приумолкли. В минуту затишья Лена выглянула из своего укрытия и поразилась картиной, представшей перед ней.
Удивительно, до чего люди привыкли к тому, что их жизнь каждую минуту в опасности. Как будто никто и не заметил никакого обстрела. Ходили трамваи, мчались автомобили. Люди шли, люди сидели спокойно на скамейках. Каждый был занят своим делом, и Лене даже стало как-то стыдно. Подумают еще, вот ненормально это, в траншею забралась, и она пошла домой. Кстати, и обстрел стал уже ослабевать и наконец совсем прекратился. Сегодня целый день не показывалось солнышко, но тепло, даже душно. Лена ночевала опять у Веры. Сегодня Вера и Киса решили поспать подольше, но Лена не могла спать. Еще бы, вчера Киса сообщила ей такую радость. Сегодня как-то особенно душно и жарко. По небу ползут тяжелые свинцовые тучи, наверное, будет гроза или, во всяком случае, дождь. Настоящий летний день. Зазеленели деревья и кустарники. В садиках, на газонах густо разрослась молодая зеленая травка. Уже ленинградцы ездят за город за крапивой и конским щавелем. Хорошо ли не жить эти дни? Утром выйдешь за хлебом, птички поют, деревья зеленеют, поезда гудят, звенят трамваи, в небе самолет гудит. Хорошо жить на белом свете. Обидно за маму, ей не удалось дожить до этих прекрасных дней, а ведь как она хотела увидеть первые весенние листочки. Вера говорит Лене: «Ленка, какая же ты счастливая, Волгу увидишь, в такое прекрасное время поедешь далеко, далеко. Ты начинаешь совершенно заново свою жизнь. Подумай только, твое будущее целиком в твоих руках. Разве это не любопытно?» Да, Лена счастлива, это так, но насладиться полностью своим счастьем ей мешает только одно – недостаток пищи. Если бы можно было немножко побольше кушать, мир стал бы еще прекраснее. Хотя чувствуешь себя счастливой, а на душе тоскливо, и эта тоска отравляет всякое наслаждение. Тоска, Лена не может дождаться, когда наступит тот день, когда она получит на вокзале 2 кило хлеба, каши, супа, сядет в поезд и простится с Ленинградом. Сегодня утром Лена пила чай с конфеткой. Киса и Вера, как рабочие, получили по 100 граммам. Шоколада и по 200 граммам. Конфет и дали Лене по конфетке и по кусочку шоколада. Благодаря тому, что Лена с вечера поела тарелку супа, она, съев хлеб, почувствовала, что сыта и даже оставила на вечер порядочный кусок хлеба, но перед самым отходом не сдержалась и съела весь хлеб. Остался только крошечный кусочек и крошечки шоколада. Нет, как не борись с собой, как не обманывай себя, а что правда, так правда, Лена все время полуголодная. Наплевать, что будет завтра, лишь бы быть сытой сегодня, решила Лена и взяла в столовой 2 пшеничные каши. 4 талона ей отхватили. Лена только в столовой съела 1 полную ложку горячей каши, а остальное донесла до дома, что с ней случается очень редко, сразу переложила кашу в кастрюлю, залила водой и сварила суп. Суп вышел замечательный, густой и вкусный. Лена съела 2 миски супа, а потом кашу в виде гуще от супа, и все-таки не было того чувства удовлетворения, какое бывает, если действительно сыта. Вот если бы после этого супа еще порцию горячей каши, тогда бы она, наверное, была сыта. А так получилось, желудок полон, а кушать все равно хочется, с удовольствием съела бы еще чего-нибудь. Ночью сегодня была воздушная тревога. Так отчаянно грохотали зенитки, что весь дом трясся и звенели стекла. Лена посмотрела в окно, по небу рыскали бесчисленные голубые щупальца прожекторов, и огненные вспышки поминутно освещали его. Когда тревога кончилась, Лена так и не слышала, она перевернулась на другой бок и заснула, решив, пускай убивает. Вечером была гроза со страшнейшим ливнем, а еще поздней начался жуткий артиллерийский обстрел. Кто стрелял, наши или немцы? Только орудия стреляли так громко и так близко, что весь дом сотрясался и дребезжали стекла. Лена сперва думала, что это зенитки стреляют. Однако по радио тотчас же объявили артиллерийский обстрел. Сегодня уже 25 мая. На днях я уеду. Сегодня идет первый эшелон. Киса сказала, что не исключена возможность, что я уеду завтра или послезавтра. Но я настолько уже ослабла, что мне все безразлично. Мозг мой уже ни на что не реагирует. Я живу как в полусне. С каждым днем я слабею все больше и больше. Остатки моих сил с каждым часом иссякают. Полное отсутствие энергии.
Даже весть о скором отъезде не производит на меня никакого впечатления. Честное слово, прямо смешно, ведь я не какой-нибудь инвалид, не старик или старуха, ведь я молодая девушка, у которой все впереди. Ведь я счастливая, ведь я скоро уеду. А между тем посмотрю на себя, на что я стала похожа. Безразличный, тоскливый взгляд, походка как у инвалида третьей степени, едва ковыляю, трудно на 3 ступеньки подняться. И это все не выдумка и не преувеличение, я сама себя не узнаю. Прямо смех сквозь слезы. Раньше бывало, но месяц тому назад, я днем остро чувствовала голод, и у меня развивалась энергия, чтобы добыть что-нибудь поесть. Из-за лишнего куска хлеба там еще чего-нибудь съестного я готова была идти хоть на край света. А сейчас я почти не чувствую голода, я вообще ничего не чувствую. Я уже привыкла, но почему я с каждым днем все слабею и слабею? Неужели же человек не может жить на одном хлебе? Странно. Сегодня я рано встала, купила хлеб, пришла домой. У Кисы уже был готов самовар. Дядя Сережа еще спал. Я, Вера и Киса сели пить чай. Хорошо сидеть за круглым столом, самовар пыхтит. Огромный букет молодых зеленых веток и букетик белых цветочков радуют глаз. Я уехала от них сразу после чая, поэтому у меня остался небольшой кусочек хлеба. Я взяла с собой в чемоданчик кусочек хлеба, вязание и книгу толстого гиперболоид инженера Гарина. Лена доехала на втором по счету трамвая до кино «Правда». Пошла в садик и стала читать книгу. Кругом зелень, птички суетятся, строят себе гнездышки, мальчики возятся, пищат. Очень хорошо. Потом Лена пошла в столовую и на последние 2 талончика по крупяной карточке взяла 1 гороховую кашу в круглую жестяную баночку. Вышла на улицу, присела у садика на ограде и стала медленно есть горячую вкусную кашу. Странно, раньше из гороха никогда не варили гороховой каши. Гороховый суп был, а гороховой каши ни в одной столовой не подавали, да и домашние хозяйки тоже не делали гороховой каши. Бывало, в любой гастроном зайдешь, уж горох-то всегда есть, и дешево. А ведь он какой сытный, покупай себе 2 кило да навари себе каши, ешь не хочу. В будущем я обязательно буду делать на обед гороховую кашу. Поев гороховой каши, Лена дворами напрямик отправилась к себе домой и на свалке заметила пышную молоденькую зелень. Лена нагнулась, это оказались ростки совсем молоденькой крапивы. Ростом с вершок, 3 листочка с ноготок. Лена нарвала этой крапивы в мешочек, пришла домой, переложила в кастрюльку, оказалась полная кастрюля. Пошла к тете Саше и спросила у нее, как варить суп из крапивы, а та как раз занималась варкой такого супа. Оказывается, очень просто. Надо ее сперва ошпарить, а потом изрубить мелко и варить. Лена решила сегодня вечером дома сварить суп из крапивы с мясом.